Добрый день, уважаемые коллеги. В первую очередь разрешите представиться. Меня зовут Ян Бондаренко. Я являюсь руководителем отдела агропроектов, связанных с переработкой и утилизацией органических отходов растительного и животного происхождения. Я представляю компанию «Атом», одним из видов деятельности которой является оказание услуг по выкачке лагун и внесению жидких органических удобрений на поля. Сегодня на календаре 10 февраля, и наш органический десант высадился на свиноводческое хозяйство в Киевской области, где мы будем оказывать услуги по внесению, внимание, впервые в Украине, органических удобрений в поля на расстоянии до 12 километров. Перед тем, как начать непосредственно внесение навоза в поля, необходимо произвести операцию перемешивания. В данном случае, вы видите, перемешивание производится с помощью двух прицепных миксеров 9,5 метров и 10,5 метров производства торговой марки «Атом». Миксеры поднимают со дна наслоение твердых веществ, перемешивают с жидкой фракцией для достижения однородной органической массы, которую впоследствии будет легче подавать насосно-дизельной станции на расстояние до 8 километров, а в нашем сегодняшнем случае до 12 километров. Переходим непосредственно к самому процессу подачи навоза по шлангам в поле. От основной станции уже началась подача на вторую станцию, которая находится на расстоянии 4 километров. Давление в системе стабилизировалось. Сейчас расход на расходомере показывает 185 кубов в час. Для такого расстояния это хороший расход. Мои коллеги, которые находятся на второй станции, по рации передадут мне, когда дошло органическое удобрение до второй станции, где они начинают подавать на третью станцию, которая находится уже на расстоянии 8 километров в поле. Уважаемые коллеги, мы продолжаем показывать вам, как мы вносим органические жидкие удобрения с помощью шланговой системы с участием трех насосно-дизельных станций и подаем на расстояние впервые в Украине 12 километров. Мы сейчас находимся возле третьей станции, которая подает уже непосредственно на аппликатор, который агрегатирован с трактором. И сейчас осуществляется поверхностное внесение с нормой 40 кубов на гектар. Впервые в Украине с помощью шланговой системы удалось подать жидкие органические удобрения, в данном случае свиной навоз, на расстояние 12 километров. Для того, чтобы осуществить данный рекорд, нам потребовалось 3 насосно-дизельных станции. Но поверьте, это не предел. Мы можем подать и на 16 километров, и на 20 километров. Для этого нам придется использовать всего лишь еще дополнительное количество шлангов и еще 2 насосно-дизельные станции. Мы не перестаем удивлять наших клиентов. Обращайтесь.